Смотр-конкурс «Строи и песни равнения на мужество» в очередной раз прошел в Иванове. В ежегодном соревновании самых дружных и дисциплинированных приняли участие 10 команд из различных школ и патриотических клубов города. Победителей в каждой из двух возрастных категорий определяет жюри в погонах. А значит, все строго, все по-военному. Оцениваться будут в первую очередь умения командира, значит, знания общевоинских уставов, значит, одиночная строевая подготовка и прохождение торжественным маршем и с песней.